Добрый день. Меня зовут Севастьян Андреевич Мельничук. Я артист драмы. Мне 32 года. Я профессионально занимаюсь речью больше, ну, не больше, около 10 лет. Вы слышите, как я с вами разговариваю? Так я стал разговаривать после 29 мая. До 29 мая я разговаривал очень четко, хорошо, выговаривал шипящий. Сейчас вы слышите, как я их выговариваю. Зубы у меня смыкаются вот. Сейчас я не могу выговорить нормально шипящие буквы. 29 мая я проходил врачебную консультацию в Smile Dent, где мне с передними зубами сделали какие-то манипуляции. Я не знаю точно, что за манипуляции. Но после 29 числа, ближе к вечеру, ну буквально уехал я из ихнего кабинета в часов 6, и где-то к часам 7, 8, где-то после 2 часов ихнего кабинета, находясь дома, я созвонился с мамой, стал с ней разговаривать и услышал, что я говорю вот так, что я шепелявлю. Я на протяжении 10 дней, чуть больше, занимаюсь артикуляцией, гимнастикой, речевыми упражнениями. Но речь моя не возвращается. До этого у меня случился, как сказать, шок. Я сейчас только практически из шока вышел, что у меня с речью полный пипец. Не херанули речь. Вы понимаете, просто херанули. Чтобы скрыть свои косяки. Вот. Вот в таком положении. Сейчас я просто расслаблю челюсть. Я после лечения капы. У меня пришла челюсть в свободном состоянии. Вот в таком прикусе. Но у меня передние зубы в этот момент не смыкаются. Не смыкаются. И люди, кто смотрит это видео, я прошу вас объективно посмотреть на мою речь, на то, что я говорю. Я могу показать диплом. У меня там по сценической речи стоит отлично. Я призываю вас к нормальной логике. Без всяких корпоративных солидарностей, если стоматологи смотрят. Или врачи в этой данной области. Ну как так? Человек, 10 лет занимавшийся профессиональной речью, выступавший на сцене, сейчас разговаривает так. Закончил театральный институт. Екатеринбургский государственный театральный институт. И у него в дипломе стоит отлично за сценическую речь. Да меня бы на первом курсе с такой речью погнали бы. Мне сказали, не исправишь, все, до свидания. Иди в жизнь. Я бы попытался, конечно, если бы у меня была такая речь, там, что-то сделать. Но в итоге, даже если бы меня оставили, у меня бы ни хера отлично бы не было по речи.
У меня стояла там круглая тройка. Удовлетворительно. И то, я сомневаюсь, что было бы именно так. Сомневаюсь. Я бы с первого курса нагнали просто. Это нормальная логика. И люди, которые занимаются и учились в театральном институте, знают, что это такое. Что такое сценическая речь. Как ей занимаются, сколько ей лет. Какие упражнения. Я сам профессионально могу вести речь, обучать. Ой. Ладно. Благодарю за просмотр и поддержку, может быть, кого-то. Но я не знаю, что мне делать. Я прошу помощи. Помощи.